Добрый день! Приветствую вас на канале «Проще не придумаешь». Сегодня мы вам расскажем, почему болят колени. Заболевания опорно-двигательной системы, аппарата опорно-двигательного, сталкиваются в той или иной мере, я думаю, каждый человек раз хотя бы в своей жизни. Независимо от возраста, рода деятельности или размера кошелька. Итак, вопрос, почему болят колени? Причины боли в коленных суставах. Став, когда при нагрузках вступать больно, либо просто хруст в коленных суставах. Суставы могут стать более сотни возможных заболеваний, причиной боли в коленных суставах. Прежде всего, коленная боль говорит о деструктивных изменениях в самих суставах. Но боли также могут появиться вследствие физических нагрузок, то есть это у спортсменов, кто занимается бегом, либо поднимает тяжелый вес. Ну, как бы даже не обязательно, может быть, какая-то тяжелая работа, грузчики, там, не знаю, ну, много всяких, либо растяжение связок, то есть оступился, подскользнулся, боль в суставе может появиться в коленном. Боль в суставах и как с ней бороться, неважно, заклинило ли это поясницу или локоть, мешает обнять друга, хрустят пальцы или болят колени, то есть принцип боль в суставах единый, то есть и доставляет дискомфорт в нашей жизни. Народные средства помогут вылечить либо снизить болевой порог. Итак, непосредственно сегодня мы вам расскажем, как вылечить боль в коленных суставах. Перейдем непосредственно к рецепту. Так, сам рецепт, состав и приготовление очень прост. Вам понравится 2 куриных яйца и столовый 9% уксус, 9% обычный. Емкость непосредственно, вот мы берем такой мерный стаканчик, в него добавляем 2 яйца, 2 яички, если будут свежие, будут намного лучше, чем старые. Сами поймете, что в свежих яичках намного больше питательных веществ. И сюда добавляем 2 столовые ложки уксуса. Так. Все это дело взбиваем. Мы собьем это миксером, будет попроще. Взбили, получилась у нас такая вот однородная смесь. Далее нам понадобится немного пленки, так как мы сейчас берем кусок марли, можете взять какой-то кусок ткани, обязательно марли, ее нужно будет хорошенько пропитать. Мы сейчас сделаем так, чтобы нам сильно не пачкаться на столе. Сразу положим пленку. Пленка в будущем нам все равно пригодится. Будем заматывать ногу, как обычно, пленкой, а сверху платок, чтобы сохранить тепло. Укладываем сюда наш кусок марли и хорошенько пропитываем нашей смесью, чтобы ткань напиталась.
Так. Всю ткань пропитываем. И будем делать компресс на колено. Данным народным средством очень эффективно помогает коленным суставам. Если вылечивают, но даже спустя 5-7 дней применения вы почувствуете, снизится болевой порог, если у вас сильная боль. Так, пропитали кусок ткани. У нас в нашем случае это марля. Сейчас мы перейдем к тому, как компресс сам укладывается. Сейчас я вам покажу. Так вот, хорошо пропитанный лоскут нашей марли, у кого-то ткань, что имеется, прикладываем к коленному суставу и оборачиваем пленкой, как всегда. Пленка опять же оборачиваем, чтобы было герметично у нас, не подтекало наше средство. Вот так вот, пленочкой. Компресс приложили. И поверх платочком обвязываем, чтобы сохранить тепло коленного сустава. У кого есть шерстяной платочек, это, конечно, будет лучше. Старинные шерстяные платки очень согревают коленный сустав, прогревают. Вот такой у нас получается компресс. Держим компресс как можно дольше. Лучше, конечно, если вы сделаете на ночь, и ночь спокойно сустав будет в неподвижном состоянии, будете спать. То есть компресс подействует лучше, согревающий эффект будет подействовать, и также сустав будет проходить. Через 10-12 дней ежедневного применения уже сможете скакать на скакалке. Попробуйте, не пожалеете. Пользуйтесь нашими полезными советами. Всего доброго, до новых встреч!